Seuraavana Armeniasta Next Shape representing Armenia. Please welcome Ali Vardanyan. Еще одна совсем юная спортсменка, но, правда, постарше, чем чемпионка Латвии. Ани Варданян из Армении. Танцует под композицию довольно известного греческого композитора и музыканта Яни Хрисомалиса «Мечта одного человека». Понравилась публике Ани Варданян. Уроженка Еревана, проживает там же, в столице Армении, и тренируется у Армена Асаяна. Еще один дебют на чемпионате Европы мы с вами только что увидели. Такое ощущение, что спортсменка не хочет покидать лед. Желая максимально продлить удовольствие выступления на чемпионате Европы, но строгий регламент заставляет отправиться ее в Kiss and Cry Corner. Уголок слез и поцелуй. Довольно давно не принимала она участие в чемпионатах Армении. Даже не знаю, по какой причине нет ее фамилии в списке участвующих в национальном первенстве. Но, тем не менее, пробилась в сборную команду своей страны. И сейчас представляет Армению на континентальном уровне. К сожалению, аксель получился только в полтора оборота. Хотя вроде бы хороший заход был, замах, но не хватило скорости. И, может быть, в последний момент чего-то испугалась спортсменка. The score please for Ani Vardanyan.
много сил ушло у спортсменки на то, чтобы исполнить эту первую для себя на чемпионате Европы короткую программу. Я напомню, что общая длительность программы ограничена 2 минутами и 50 секундами. Можно короче катать программу, но вот оценки получаются не слишком высокие, даже больше того, много ниже они по сравнению с Марией Папасатириу из Греции, и они, Варданян, только пятый результат, замыкает пока турнирную таблицу.